Патриарх Кирилл сказал: идите, убивайте, умирайте ради Бога. За страну, за друга в глотки рвите, а убьют вас в Божий дом дорога. Мол, не страшно, за родной свой край сдохнут раньше срока под обстрелом. Ведь Христос воскрес, и мы все в рай. Ну какой же смелый. Я скажу без выбора в словах. Сам пиздует, пусть покуда хочет. Если сдохнет добрый патриарх, так не страшно, заберет же отче. Посылай других на смерть до срока. Я могу не хуже патриарха. За страну родную, ради бога. За соседнюю, идите нахуй. Святость нынче нового формата. Смерть пропагандирую во имя Божие. Мне такой религии не надо. В рай охота, но попозже. Я еще часов за много денег на руке ни разу не носил. С яхты не смотрел на берег, как Кирилл. Хорошие, что думаете? Жду ваших комментариев. Так, а кто видит меня первый раз? Скорее подписываемся. Кто не подписался, тот без яхты остался. А для заказа поздравления, если хотите меня поддержать, пишите в личные сообщения. И вам приятно, и я пожру.